Что-то случилось? Нет, нет. Я просто хочу поблагодарить тебя. Ты спас мою дочь от грабителей. А это когда было? Только что. Ты, наверное, такое уже и не запоминаешь. У театра на углу 126-й Пауэлл, она только что звонила. Ну да, простите. Всегда пожалуйста, я рад, что смог ей помочь. Так, меня там и близко не было. Надо посмотреть, что там творится. Вот театр и место преступления. Надо выяснить, что тут было. Они живы. Значит, этот кто-то не переступает черту. Уже хорошо. Прости, я все пропустил. Спасибо, что присмотрел за ней, паучок. Ты уже вернулся? Я думала, ты помчался на пожар. Ну да, как раз направляюсь. А где он был, напомни? Ты поскакал в ту сторону, на юг. Спасибо, не сориентировался. Кто-то выдает себя за меня. Опять что ли, хамелеон? Мне нужно его догнать. Тут явно был пожар, но его быстро потушили. Ты вернулся! Как я тебе благодарна, что ты вытащил мою подругу. Я думала, она погибла. Не за что. Слушайте, у меня от дыма голова закружилась, и я слегка того. Вы не помните, куда я дальше пошел? Извини, я помогала подруге. Я думала, ты вернулся в здание. Спасибо. Передавайте подруге привет. Кто бы ни был этот самозванец, он помогает людям. Но он подвергает себя опасности. Надо его найти. Он шел по пожарной лестнице. Значит, паутину пускать не умеет. Эй, паучок! Зачем тебе огнетушитель? Огнетушитель? А где он его оставил? А другой я что-нибудь оставил? Думаю, все спасены. Ты молодец, Человек-паук. Ловко придумал с огнетушителем, паучок. Огнетушитель? А где он его оставил? Sorry, I can't let you pass. Rules are rules. Closed up today. Tomorrow. Over to the side. Over to the side. Come on. Он использовал огнетушитель. Какое вещество используется в нем?
АДФ. Обычное вещество. Легко отследить. Пламя-гасящее вещество. Подстрою линзы, и его химическая сигнатура выведет меня прямиком на Человека-паука 2.0. Он идет пешком. Ни паутины, ни суперсил. Ему жить, что ли, надоело? Судя по всему, его кто-то побил. Может быть, он что-то знает. Не, хватит, все. Я же сказал тебе, сделка пройдет на крыше. Честно. Ага, и веди себя прилично. Надеюсь, я не опоздал. Мой двойник способный малый. Этому придется посидеть на таблетках. Ножик и наркотики не взял. Видимо, он парень хороший, хотя методы у него безумные. Полиция тут разберется. Где ты научился так драться? Вот он. Люди его любят. То есть меня. То есть... Вот же бред. Не за что, граждане. Извините, кому-то нужна помощь. Я так не говорю! Да никто так не говорит! Отпусти его! А, сейчас! За твою башку, мистер Фиск, нам еще больше бабла отвалит! Эй, ребят, слушайте! Я не настоящий паук! Да, теперь уж точно! Немного уравняем шансы! Я всегда знал, что их несколько! Убейте обоих! Я разберусь, уходи! Это же шанс помочь настоящему Человеку-пауку! Нет! Ты хорошо дерешься! У меня черный пояс. Преподаю в ДОЦе Чикаго. Я просто хотел помогать студентам, как ты. Вместе с костюмом ты наследуешь моих врагов! А их у меня много! Берегись! Он еще! Мои те, что с пушками! Остальные твои! Если хочешь помогать людям, тут рядом есть приют Пир. И наверняка люди не откажутся от уроков самообороны. Хорошая мысль. Честно говоря, у костюма и правда есть свои минусы. Ah!
Это заваруха. Как ты это делаешь? Сквозь боль и синяки? Слушай, ты парень хороший, но продолжишь в том же духе, тебя убьют. Да, я теперь понял. Не волнуйся, я его больше не надену. Я с этим завязал. Правильно. И потом, чтобы творить добро, костюм не нужен. О, а здорово звучит. Я запомню.